Да-да. Ольга Александровна, здравствуйте. Денис Леонидович, здравствуйте, голубчик. Ольга Александровна, у меня к вам неприятный разговор. Что случилось? Вы 20 лет работаете у нас в театре. 20 лет, да. Мне тяжело об этом говорить, но пришло время нам с вами... Не продолжайте, это театр. И у меня свои законы. Ну что ж, секс так секс. Да какой секс? Я хотел сказать, что мы вас увольняем, потому что вы пьете перед выступлениями. Ну это чтобы войти в образ, передать характер. Бред какой-то. Знаешь, как сеньора помидора подменить, так Ольга Александровна. А как женщина, можно сказать, одинокая, 50 грамм коньячку перед выступлением. Вот. Так, Ольга Александровна! Хоть поверьте, хоть проверьте. Так все, вы уволены! Вы не можете меня уволить, я прима этого театра! Вы меня, конечно, простите, но у вас от примы только кашель и табак в карманах. А как же дети? А это все ради них. Вы ж когда дюймовочку играете, детям жалко жабу. Молились ли вы на ночь, Денис Леонидович? Чего?